Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, кто внезапно объявится. Кто-то к вам с чувствами. И кто-то, кому вы будете очень и очень рады. Да, кто-то приедет. И прям чувство через край. Но чувства бывают не только к мужчине, честно говоря. Да, кстати, женщина приедет к вам откуда-то. Светленькая, светло-русый цвет волос. Вообще от светлого до темного, с голубыми или зелеными глазами. Такая обаятельная, радужная, веселая, гостеприимная. Вот приедет к вам, и вы будете очень ей рады. Скорее всего, родственница, может быть, подруга. Будете с ней веселиться, что-то праздновать, отдыхать, наслаждаться жизнью. Вот кто к вам внезапно ворвется. Еще карты говорят, еще человек какой-то к вам внезапно ворвется. Два человека будет. Посмотрим, кто еще. О, девочки, у кого-то проиграется, как вообще это может быть ваш сын или дочь, или внук или внучка. Тоже неожиданно. Но возможно, что это ребенок этой девушки, которая ворвется к вам внезапно. Поэтому, возможно, она приедет не одна. Да, человека точно будет два. Так, а подарки и сюрпризы тут еще вам будут. Сейчас еще буквально одну карту. Из-за чего-то вы будете переживать. У меня такое ощущение, что вы не очень... А, вот, я поняла. Какой-то бывший мужчина появится, из-за него вы будете переживать. Мужчина постарше, одинокий. Вот. Может для кого-то проиграться, как отец. Или старший брат, или дядя. Ну, в общем, какой-то родственник постарше. Но, скорее всего, все-таки мужчина, какой-то бывший ваш мужчина, бывший муж, мужчина, с которым были длительные отношения, заставит вас, конечно, поволноваться. Не очень-то вы рады его видеть. Появится он очень неожиданно. Но вы настроены, хочу сказать, что очень агрессивно в отношении него. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь. А для того, чтобы получить мою большую книгу Таро, на которой можно предсказывать в ту же секунду, как только вы ее получаете. Даже если у вас нет колоды карт. Есть колода карт, вообще отлично. То есть все равно, есть у вас колода карт на самом деле или нет. По этой книге можно предсказывать прям сразу. Ссылочка на книгу внизу в описании и в моем первом комментарии.